В последнее время мой муж стал часто задерживаться с работы. Меня терзают смутные сомнения. Надо за ним проследить. Косынку надо снять, а то красный внимание привлекает. Бу! Ты что, следить за мной удумала? Эх ты, шпион! Хоть бы очки темные нацепила! Фу. Точно! Очки! Мало того, что это важный шпионский аксессуар, так это еще и необходимая вещь в такие жаркие дни, как сейчас. Купить очки можно на рынке. Стоимость от 200 рублей и выше. Но помни, за такие деньги хорошие окуляры не купить. Неправильные очки не защитят глаза от ультрафиолета, к тому же линзы могут искажать изображение, и из-за этого начнутся головные боли. Выбирая соответствующий аксессуар, необходимо пользоваться следующими правилами. Во-первых, линза должна быть качественная. Качество необходимо для максимальной защиты глаз от облучения, чтобы не было никаких повреждений на ней. Защита должна быть максимальная, оправа должна быть удобной, находиться на определенном, на нужном расстоянии от глаз, и линза должна надежно защищать глаза. Ну, раз мне понадобились темные очки, буду брать самые лучшие. Солнцезащитные очки предназначены для защиты от опасных ультрафиолетовых лучей. Перед покупкой надо обязательно проверить очки на, так сказать, непроходимость. У хороших очков защита 400 единиц. Они обеспечат полную непроницаемость от ультрафиолета. Если на линзе есть какие-то помехи, да, если там какие-то есть дефекты на линзе, то эта линза уже считается некачественной. Из-за того, что есть какие-то помехи на этой линзе, глаз напрягается, естественно, зрение может садиться. Ну, как говорится, главное, чтобы костюмчик сидел. Носоупор фиксирует очки, но при этом он не должен давить на нос, а право по ширине лица. Это сделано для того, чтобы заушники не давили на голову. Кстати, длина этих самых заушников тоже немаловажный факт. Их конец должен плавно огибать ухо. Кстати, бывают модели с прямыми заушниками. Ну, это что-то типа исключения. А теперь нехитрый прием, чтобы проверить, сидят ли очки правильно. Поверти головой сначала вверх-вниз, потом вправо-влево. Если глазной аксессуар остался на месте и не шелохнулся, то это и есть твои идеальные очки. Ты что, снова за мной следишь? Я ж тебе из тысячи узнаю. В очках ты или без? Почему с работы так поздно приходишь? Я уже вся на нервах. Да в спортзал я хожу. Ты ж постоянно меня пилишь, что у меня пузо. А я вот решил тебе сюрприз сделать. Кубы накачать. Кстати, у меня уже два есть. Ты ж моя рыба. А я вот тебе очки купила.